В Хасавюрте начали стрелять спецоружием бездомных животных. Специалисты предприятия «Питомец» еженедельно выпускают собак, шприцы с быстродействующим снотворным. Затем четвероногие вывозятся в Махачкалу для стерилизации и вакцинации. Далее их возвращают обратно в город. Владельцам, оставившим без присмотра свою собаку и выпустившим его для свободного выгула, необходимо самим поехать за ним в Махачкалу. Как отмечают коммунальщики Хасавюрта, работа по отлову бездомных животных будет носить систематический характер.